Hi guys, so welcome back to Junis Vlog. Today we are going to speak your reaction. Let's go to our favorite country, which is Russia. Привет and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Warrior is a State of Mind, Motivational Video 2019. And credit to the honor also with the video to Military Forces XX1 Century. I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it, guys. And please turn on the CC down there for your Russian and English subtitle or whatever language that you want to choose. Let's get to it. Не забывай, что мужчина воин, воин. Будь своей родины достоин, достоин. Будь хладнокровен и спокоен, спокоен. Даже один в поле воин, воин. Не забывай, что мужчина воин, воин. Будь своей родины достоин, достоин. Будь хладнокровен и спокоен, спокоен. Даже один в поле воин. Никогда не забывай, что мужчина воин, воин до конца. Будь своего имени достоин, до конца идти и всего себя стереть. Если того требует долг, пойти на смерть. Сегодня все спокойно, мужчины обмягчали. Ушли те времена, где воинов закаляли. И стали потихоньку наши воины забывать, что их задача в жизни это родину защищать. Ведь родина это семья, это наши дети. Кто еще за них перед врагом за все в ответе? Конечно же мы, мужчины-воины, и ведь только мы этого удостоены. Дай нам Бог все мирного неба над головой, но что еще нам будет уготовлено судьбой? С крепкой головой, мудры и суровы, мы должны быть здесь ко всему готовы. Не забывай, что мужчина-воин, будь своей родины достоин. Будь хладнокровен и спокоен, даже один в поле воин. Не забывай, что мужчина воин, воин. Будь своей родины достоин, достоин. Будь хладнокровен и спокоен, спокоен. Даже один в поле воин. Помни и не забывай венец мужества скромность. Ведь во многих моментах не решает гордость. Истинное мужество — это мудрость и сила. Если делаешь свое дело, значит делай красиво. Дух воина надо закалять с детства. Трусости и подлости мужчине нету места. Мы ведь отвечаем за целое поколение. На нас держится страна и ее движение. Россия, матушка, сколько ты повидала, но все пережила и сильной стала. Мы живем в этой прекрасной стране. Хоть порой находимся, как будто на войне. Будем мы жить дальше и дальше процветать. Ведь дух воина у нас не отнять. Всем назло станем, мы непобедимы. Сила будет с нами, если будем мы едины. Сила будет с нами, будем мы едины. Сила будет с нами, если будем мы едины. Не забывай, что мужчина воин, воин. Будь своей родины достоин, достоин. Будь хладнокровен и спокоен, спокоен. Даже один в поле воин. Не забывай, что мужчина воин, воин. Будь своей родины достоин, достоин. Будь хладнокровен и спокоен, спокоен. Даже один в поле воин. Не забывай, что мужчина воин, воин. Будь своей родины достоин, достоин. Будь хладнокровен и спокоен, спокоен. Даже один в поле воин. Не забывай, что мужчина воин, воин. Будь своей родины достоин, достоин. Будь хладнокровен и спокоен, спокоен. Даже один в поле воин. That was an amazing and beautiful motivational video with regards to the soldiers of Russia, of how they fought with each other
how they go to other country and help also with the other country, and that's so interesting. Tough times give birth to strong people. Strong people give birth to good times. Good times give birth to weak people. Weak people give birth to hard times. Oh my God, that's incredible and amazing. Like lines, I always had my love and respect from the Philippines to this amazing, like the video of Military Forces XX1 is very great, and the song and then the lyrics, kudos to the writer, and the musicality of it, it's fantastic and so phenomenal. I love to listen with it, and the it's like a poem that they made it a song for the Russian soldier of how they are very strong and how they fought and die with honor going to the war, and then they're just like have these principles, and the way it was written and the way it was sung, it's such a fantastic way of doing this one. Impeccable. I enjoyed it. It's such a great motivational video for the warrior. It's a state of mind. My God, kudos to the writer of this one. Phenomenal. It's so fantastic. Thank you so much. I hope you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Prevet and Spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction. We'll be right back.